Значительные изменения претерпевает региональный закон об образовании. Депутатами ЗАГС Собрания рассмотрен законопроект, касающийся доплат педагогическим работникам. Ранее была предусмотрена выплата компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 11 классах. Теперь такая выплата предусматривается за организацию и проведение государственных выпускных экзаменов и основного государственного экзамена в 9 классах работникам школ, участвующим в его проведении в рабочее время и освобожденным от основной работы на этот период. Установление размера и порядка выплаты указанной компенсации отнесено к полномочиям субъекта Российской Федерации. Сумма бюджетных ассигнований на эти цели в текущем году составляет 131,5 миллиона рублей.